Всем привет, с вами Skiff Music, меня зовут Алексей, в моих руках вот такой классный гитарный ремень с оригинальным принтом от компании Ernie Ball. Бренд Ernie Ball с 1958 года до наших дней вырос из маленького магазина струн в огромную компанию, которая производит гитарные аксессуары на любой вкус и цвет. Они находятся в Канаде и США, и с ними сотрудничает большое количество всемирно известных музыкантов, что уже говорит о высоком качестве их продукции. Один из их ремней мы рассмотрим более подробно. В отличие от ремней из базовой серии, где все ремни однотонные, ремни из этой линейки уже двуслойные, что делает их еще более прочными и долговечными. В качестве основного материала здесь все тот же полипропилен, и как на всех их ремешках, здесь присутствует черный наконечник из натуральной кожи, очень приятный тактильно и аккуратно прошитый золотистым логотипом Ernie Ball. По ширине ремень составляет 5 см, очень удобно ложится на плечо и при игре нигде ничего не пережимает. Также здесь есть вот такая пряжка, она подвижная, двигается вверх-вниз, ей можно регулировать длину ремня от 103 до 184 см. Так что этот ремень подойдет гитаристу любого роста, потому что его можно всегда настроить под свое удобство. Он подходит к любой гитаре, на которой имеются ремнедержатели. Неважно, это акустика, электрогитара или даже бас. Ну и, конечно, ремень — это очень яркий, важный аксессуар, который подчеркивает индивидуальность гитариста. Поэтому, если у вас есть знакомые музыканты или вы играете, то можно порадовать себя или близких таким вот классным подарком. Скорее беги к нам, чтобы приобрести себе крутой ремень, и помни, гитары — это про счастье.